Киевской галерее М17 прошел первый в этом году аукцион, посвященный профессиональному современному искусству. Коллекция этого аукциона, коллекция состоит из 100 работ, представлены работы андеграундных течений 50-х, 80-х годов периода послевоенного и современное искусство, как уже известных авторов, таких как Тистал и Ксения Гнилицкая, группа «Рэп молодая художница», так и львиная доля составляет молодые художники, и часть из них – это, в принципе, новые имена, которые выставлены в коллекции впервые аукциона. По ценовой политике средняя стоимость на работу порядка $1000, и это, в принципе, в большей степени наша заслуга, поскольку в ценовом, по ценам у нас мы проделали колоссальную работу в общении с галеристами, с художниками, с дилерами, то есть со всеми теми, у кого мы брали работы. Из 100 работ было продано 48, из которых 38 на аукционе и 10 в режиме пост-аукционных продаж. Самым дорогим лотом стала коллекция работ Олега Соколова за $10 000. Как отмечают организаторы, это мероприятие стало важным и даже необходимым событием для аукционного рынка Украины. Алексей Гадзенко, Сергей Орлов, Юрий Рулев, РосаТВ.